Яндекс Ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Руководитель общества ресторанов Латвии Янис Индзис в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Мы только как раз перед тем, как в эфир выйти, обсудили, что главная тема сегодняшнего дня и вообще последних несколько недель – это, конечно же, сальмонеллы и вот эта ситуация, когда потребителям и, главное, что маленьким потребителям, которые вообще у них нет выбора, они получают не совсем качественную еду. Как за этим следить? Об этом говорить будем в течение сегодняшнего эфира. 67212-93-9, 67213-93-9, телефоны прямого эфира и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Пишите нам, если есть у вас вопросы или комментарии. Ну, от вас мы хотим услышать, как такое могло получиться. Вы как ресторатор и как руководитель общества, как вот этот весь процесс происходит? Я вам уже признался перед эфиром, что я тут ни при чем. Да, да. Это вы понимаете. Но вы знаете, ну мне трудно как бы комментировать, потому что я понимаю, что расследование продолжается, и хотя данная как бы цепь ресторана не является членом нашего общества, конечно, Латвия маленькая, и все друг друга знают, и я с ними связался и спрашивал, что происходит, как произошло, и, конечно, они, ну, как нормальные люди, они переживают и готовы сотрудничать с исследованием. И странно то, что не нашли сальмонеллу ни у работников ресторана, ни на месте. Так что какая-то, ну, могут быть разные теории, как это случилось. Был какой-то несколько лет назад похожий случай у другой цепи ресторанов, и тоже вот говоря с владельцами, они тоже были в шоке. Ну, я очень надеюсь, что это не какая-то борьба конкуренции и ничего подстроено, потому что, ну, конечно, все, каждый ресторатор, у него такая же цель, как у нашего ПВД, чтобы все процессы были правильно поставлены, чтобы люди не заболевали, получили хорошее качество, вкусную еду и, конечно, возвращались в ресторан. Это, я думаю, каждый человек, который делает ресторан, это его основная, как бы, задача. Вы упомянули конкурентов, то есть вы даже подозреваете, что была мысль, что такие возможны в вашем бизнесе, что такие возможны такие варианты? Да, но особенно в этом сегменте, как раз вот это такой второй случай, в этом сегменте как раз школы, детские сады, где вот такое случается, и мысль такая была, но я надеюсь, что это не так, и конечно, я думаю, что больше можно говорить после заключения исследование, которое организует Центр по профилактике болезней и контролю заболеваний, да. Но сейчас известно, что польское мясо птицы виновато в этом. Угу. Как вообще происходит вот эта поставка? Вы заключаете договор с каким-то предприятием, угу, на поставку там яиц, мяса, молока, отдельных продуктов. Угу. Как часто вы проверяете вот эту продукцию? Вам привозят, у вас есть договоренность на протяжении там нескольких лет, но вы же все равно какой-то тест периодически проводите. Нет, вы знаете, это проверяет производитель, должен проверять. И, ну, как бы в ресторане не работает ветеринар, они даже никак не могут это проверить, так что это доверие поставщику, который должен это все проконтролировать и получить ветеринарное, как бы, заключение, что все в порядке. И если производитель где-то ошибся, ну, такая, то есть, вот как сотрудничество. Да. Ну, я так понимаю, что это ведь не только из Польши, я так понимаю, что закупки такие довольно широкие, из Латвии тоже закупается мясо, да? Да, конечно. Ну, вот получается, что в этой ситуации на производителя вот эта ответственность ложится, правильно? В этой ситуации, да. То есть, если что, вдруг, да, то как, ну, бы сами, нет, рестораны, другое, конечно, они не... Конечно, вот то, что очень интересная дискуссия у нас уже много лет происходит о
значение медицинских книжечек, которые вообще осознание людей, могут ли они быть заразительным другим, которые, ну, как и повседневная жизнь, если у нас, у вас тоже, наверное, если вирус, вы, наверное, не придете в студию, не заразите коллег. И вот это то, что я думаю, что имеет смысл дискуссии общественной о том, что каждый человек, который болен, он должен, ну, заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Да. Да, с аутовирусом не нужно приходить готовить. Не надо, да. И поэтому у нас была дискуссия, иногда, что медицинские книжечки, которые очень тщательно требуют и ПВД, и смотрят там, если вот, например, приходит на контроль, и один день книжечка закончилась, ну, там штраф предприятию, но что человек может пройти медосмотр и быть на тот момент здоровым, через 3 дня он получает ротавирус, и если он не понимает эти все риски, чем он подвергает общество и других людей, тогда, ну, медицинское книжное не поможет. И, ну, в этом случае, как я тоже подчеркиваю, что оказалось, что работники данного предприятия не были больны, так что вот очень, очень интересно, как это все произошло. Будем ждать результаты исследования. Да. Вот если мы вообще говорим о ресторанном бизнесе, понятно, что вы уже это в самом начале тоже напомнили, страна небольшая. Как вообще сейчас вот рестораны выживают? Ну, наверное, вокруг центра Риги, наверное, полегче, но вообще как вы это все бы характеризовали? Mm-hmm. Какая сейчас ситуация? Ну вот перед как бы поездкой к вам я как раз ознакомился с DNS Business, делал статью про то, что в этом году закрылось рекордное количество предприятий. И у нас было такое в начале года. Именно общественное питание есть так или вообще рекордное? Вообще. Но в том числе тоже мы смотрели, что и наши отрасли, похожие данные, очень много предприятий закрылось. У многих приросло задолженность по долгам. Это, в принципе, удвоилось по сравнению с тем же периодом. Это прошлого. По налогам в том числе, да? Да, да. Но есть, как я думаю, что всегда надо смотреть на позитивную сторону. Тоже параллельно я получил письмо с Министерства экономики, что они поддерживают снижение НДС в нашей отрасли, начиная с 2021 года, ага. И созывают в конце ноября, созывают рабочую группу, в том числе наше общество, ассоциация гостиниц и ресторанов, министерство, разные, налоговая служба, ну, с целью как бы работать над Сакартошина. Приведение в порядок. Да, отрасли, да. Угу. И так что вот это, ну, тоже позитивный как бы луч света, что отрасль сможет выжить. И, конечно, это не секрет, что Еврокомиссия тоже в своей директиве дала рекомендации по поводу сниженного НДС для отрасли общественного питания. В связи с тем, что очень большая дополнительная стоимость, прибавленная стоимость. Уроки русского языка. Да. Прибавленная стоимость. Да. И много людей задействованы в процессах. И тоже вот один из моментов, почему очень важно снизить НДС, что и Европа признала, то, что в отраслях, где большой риск теневой экономики, рекомендуется снижать НДС, чтобы этот риск уменьшить. Вот про теневую экономику сейчас тоже поговорим. Давайте. Мы знаем, что это отрасль, в которой без стеснения признавались многие рестораторы, да, тот же Мартин Симонс, который, ну, там, такой знаменитый достаточно человек, говорил, да, ну, платим, а как по-другому выжить? По-другому не выжить. Не, знаете, если могу уточнить, не так, чтобы без стеснения. Конечно, то, что и наше общество повторяло и говорило, что налоги платить нужно. И мы за то, чтобы все предприятия общественного питания смогли уплатить налоги.
Но в данной ситуации в нашей стране при налоговом бремени, где НДС третий самый высокий в Европе, где налоги на рабочую силу самые высокие в Прибалтике, для нашей отрасли это, ну, как, не как смертный приговор, но очень, очень трудно. И то, что мы признавались и очень хорошо как-то вот какое-то время назад работали с налоговой службой, с Министерством финансов, мы, в принципе, создали план по борьбе с теневой экономикой. План стоит в Министерстве финансов, и наша договоренность с Министерством финансов тоже говорит о том, что отрасль идет к генеральному соглашению, что мы заключаем генеральное соглашение, поднимаем, что очень важно для работников, мы поднимаем минимальные зарплаты, среднюю зарплату, и министерство со своей стороны как раз идет в сторону сниженного НДС. Так что мы в процессе, как раз сегодня у нас встреча Конфедерации работодателей на эту тему генерального соглашения. И так что мы со своей стороны работаем. И когда домашнюю работу сделаем, пойдем в Министерство финансов и будем стучаться в дверь, говорить, мы сделали, какой ваш план? Следующий шаг от вас. Вот мы знаем, что у нас есть несколько, ну, можно так сказать, сетевых ресторанов или кафе, называйте как хотите. Там, не знаю, Чили Пицца, Ганбей, Токио Сити, Дабл Кафе, да, можно еще там несколько перечислить. Это одна история, скажем так. Есть, наверное, какие-то отдельные рестораны. Как выживают вот отдельные рестораны, которые не сетевые? Ну, да, мы делали тоже исследование такое по отрасли. И, ну, вы правы, что в сетевых ресторанах, и особенно в ресторанах, даже не упомянутых вами, международных цепей, которые работают с замороженными продуктами, произведенными там же на фабрике в Польше. Да. Здесь только разогревают. Это чуть-чуть разогревают. Да. У них, конечно, полегче это все. Ну, это совсем уже международные. Да. И они, я думаю, я абсолютно уверен, что они могут уплатить все налоги на данный момент. И если вот, как вы спрашивали про вот эти рестораны, как мы обозвали их сейчас ресторанами стиля жизни или fine dining ресторан, да, это, конечно, намного сложнее, потому что материал, с которым они работают, намного лучше, обычно не замороженный и обычно произведенный в Латвии, экологически, биологически. Очень много людей работает с этим, чтобы вот с изначального продукта сделать вам хорошее, интересное блюдо, что важно и нам кушать полезно, и что очень важно, что я должен подчеркнуть, для отрасли туризма. Общественное питание является очень важной составной частью отрасли туризма, и туризм, как мы все хорошо знаем, самая большая отрасль по экспорту услуг в Латвии. И я могу руку положить на сердце и сказать, что туристы не приедут за продуктами замороженными, разогретыми сюда. И гастрономический туризм очень растет последние годы. И мы делали, не мы делали, делал университет по заказу Бюро по развитию туризма Риги, исследование в 2018 году, где туристы спрашивались, там большая целевая группа была, больше 1000 респондентов, их спрашивали, вот что было, что их заставило купить билеты, приехать в Ригу. И на первом месте это осмотр достопримечательностей, столицы, да, и на втором месте покушать в ресторанах и кафе. Так что вот, то есть они уже что-то читали в интернете, что-то вкусное, да, что здесь они вкусный планировали, город, да? И вот как они планировали свою поездку для того, чтобы приехать покушать у нас. Если останется только большие международные цепи, я думаю, эта ситуация может катастрофально измениться. Но я надеюсь на хорошее, на здравый смысл, что такого не случится. Ну, я так понимаю, что это относится, наверное, и к тем ресторанам, которые при гостиницах, при больших. Есть же там свои рестораны, там лобби-бары и так далее, да?
Как, в какой гостинице? Это зависит от стиля гостиницы. Там есть и fine dining, очень хорошие рестораны. Да. Есть гостиницы, которые подают только завтрак. Они, может быть, не хотят заниматься ресторанным делом. Но в основном тенденция в мире, конечно, такая, если вы не прилетаете очень поздно вечером, и у вас нет ранней встречи на следующее утро, что люди любят выходить в город, и они любят ходить в места, где, куда ходят местные, где они могут что-то попробовать интересное с этой страны. И концепция для них тоже очень важна. Очень, но, да. Сейчас они тоже наши рестораны стараются это делать, потому что... Наши рестораны очень стараются. Думаю, чтобы было что-то местное блюдо. Была только что встреча с нашими коллегами, с гостиницами, с турагентствами, как раз DMC, которые занимаются привозом туристов сюда. И там позвучало вот те компании, которые работают как по всей Прибалтике, да. Они сказали, что в Латвии лучшие рестораны Прибалтики. И очень так было приятно по сравнению с коллегами литовцами и эстонцами. Мы всегда смотрим, что у них лучше. Ну вот, и тоже разговаривая с коллегами из Эстонии и Литвы, говорят, у вас такие хорошие рестораны. Так что хотелось бы это сохранить и развивать, и не потерять. Да, есть ли такие вот, не знаю, там модные тренды, ну не знаю, одно время я заметил, что очень много появилось эти вот суши, угу. Да, так сказать, у нас японцы. И кебабы. Кебабы вообще на видимо... новый уровень вышли, да, теперь есть кебабы, и модные кебабы, да, да, еще об этом поговорим, да, вот хотя да. У нас туристов, наверное, из Японии, не знаю, бегут ли они в наши суши-бары немного, и появляются в последнее время, да. А уж постоянных жителей из Японии совсем мало, тем не менее, вот одно время у нас появились там и бистро, и рестораны суши, это значит что, это какой-то новый тренд, это действительно востребовано? Ну, это мировой тренд вообще, что люди, один из трендов, очень много трендов, и один из трендов то, что люди предпочитают тоже выходить из дома и кушать то, что они не могут дома приготовить. Им, ну, интересно. И суши, ну, да, такие, кажется, легко, но... На самом деле так надо. Не так легко, и я думаю, что это не оценивает то, что интересно. И, конечно, эти тренды меняются, и там бургеры вот такие тоже, как бы, с хорошего мяса, такой тоже мировой тренд, не замороженный из сои, а вот настоящего мяса. Ну, много таких, но смотря в каком сегменте, понимаете, если мы говорим про этот, то, что интересно туристу, ну, наверное, вряд ли туристу будет интересно приехать покушать суши в Латвии. Конечно. По сравнению с Японией, ну, мы стараемся, конечно, но качество рыбы не такое хорошее, как там, оно очень свежее. Для суши, там, да. Да, мировая, вообще главный пункт в мире, где кушать суши. Но турист приезжает именно за этим, вот как мы говорили, местным, за местной кухней, за местными продуктами, и наша задача его приятно удивить. Вот по поводу приятности и туристов, есть еще один такой момент в ресторанах, ну, мы слышали, что тоже кризис периодически возникает, это с работниками, потому что предприниматель может сделать все, вложить всю душу, там, свою мечту, каждую отполировать там тарелочку и все-все-все сделать, но какой-нибудь официант может так очень неплохо подпортить репутацию, к сожалению, иногда. Да. Я совершенно с вами согласен. Кризисы, ну, могу уточнить, не периодически появляется, но он уже такой последние несколько лет устойчивый. Мы чувствуем кризис. Да, но это не только в нашей отрасли. Если, понимаете, рабочий рынок теряет около 17 тысяч людей в год в связи с тем, что общество состаривается, люди уезжают все-таки еще, и их места никто не занимает. И это такой уже продолжительный разговор, я помню. Вообще я помню, что начало разговора было о политике миграции лет 20-25 назад. Мы, по-моему, в той же точке. Везде и такое вот, чтобы там большой такой переворот происходил, я не слышал. Но то, что... Понимаете, ситуация, мне как патриоту Латвии немножко жалко, что ситуация, которая сложилась,
что вот немножко есть партии, которые поддерживают открытие рабочего рынка, есть партии, которые поддерживают с условиями, есть партии, которые не поддерживают вообще. И эти аргументы, как бы, то, что мы будем сохранять места для наших, которые вернутся из Англии, из Ирландии, я могу, я говорил это, я буду говорить, что если они будут возвращаться с Англии, они не могут возвращаться, чтобы мыть посуду здесь или работать помощниками поваров. Они, я надеюсь, чистить картошку, будут, условно говоря. Да, они, надеюсь, будут возвращаться, чтобы стать менеджерами или развивать свои компании, инвестировать в бизнес. И для этих, как бы во всей Европе, это делалось уже много-много лет, много десятилетий, для таких работ, которые попроще, привозились люди из стран, которые хотят заработать, хотят работать. И они приезжают, и не надо бояться, что они хотят здесь остаться навсегда. Они приезжают, работают свое время, очень хотят много работать, стараются, потому что они в другой стране тоже. Вот наши, когда едут в Англию, они тоже стараются. Больше стараются больше там, чем старались здесь. Три раза больше примерно. Потому что они же там все-таки гастарбайтеры, да, если так можно сказать. Да. Ну вот и хорошая, как бы у коллег тоже хорошая история с работниками из Украины, которые хотят... И в ресторанном бизнесе. Бизнесе. Но понимаете, проблема в том, о чем мы стучимся в дверь Министерства экономики, что ИПМЛП... Да, управление по миграции гражданства. Да. И то, что они как бы не хотят немножко нас слышать, что вы можете вести работника, если вы платите среднюю зарплату по стране. По стране, да. А не по отрасли. Да, они по отрасли. И мы говорим, да, ну давайте тупик. Мы будем платить по отрасли или по профессии. И будем. На прошлой неделе коалиция сказала категорически нет. Ну поэтому вот. Вынужден вас обрадовать или огорчить, так что этого не будет. Да. Ну вот, и то, что вот во всем мире и в Латвии тоже, ну, в связи с чаевыми, в связи с какими-то другими моментами, наша отрасль всегда, если вы смотрите по отраслям, средняя зарплата идет в последнем месте. На первом месте идет финансовые сектор, операции. Услуги, да. И, конечно, вот заплатить посудомойщице 1134 евро, кажется, у нас средняя зарплата. По-моему, уже сейчас, да. Да, и это немножко сложновато. То, что сейчас происходит, что мне очень жалко, как патриоту Латвии, что работники все-таки возятся, как бы арендуются с Польши, например. Значит, зарабатывают посредник в Польше. Налоги рабочие платятся в Польше. Конечно. А он просто командируется сюда. Это да, такая новая лазейка. Да. Да. А мы вот счастливо стоим у своих рубежей, держимся в руки, никого не впустим в нашу страну. Да. Вот интересно, мне один предприниматель знакомый, ну, который попробовал себя в ресторанном бизнесе, сказал, что ну, одна из составляющих вообще успеха, чтобы ресторан ну, жил или выживал, конечно, хороший шеф-повар. Вот насколько сейчас вообще возможно найти таких вот шеф-поваров внутри страны? Я так понимаю, что это одна из самых таких востребованных, да? Ну вот профессий. Один коллега как раз звонил неделю назад, спрашивал, нет ли шеф-повара для хорошей должности. Сам ищу, сказали вы, да? Вы знаете, повар, вот тоже бы и можем сконнектировать это с тем, что мы только что говорили. Да. Повар – вторая по нехватке профессии так. В Латвии. И как раз о том, что чем мы говорим с Министерством экономики, спрашиваем, что ну, давайте ну, будем возить работника хотя бы на сезон, тех профессий, которые не хватает. Хотя бы летом. У нас да. не хватает, хотя бы летом на сезон, скажем, там 4-5 месяцев люди приезжают, работают, уезжают, нет стресса никакого. И то, что вы говорили, это очень связано с качеством. Потому что вот владелец ресторана может все сделать, а работников не хватает. Сейчас уже была статья, что владелец, ну не упрекнул, но спросил официантку почистить столик после гостей.
Она не вышла на работу на следующий день, она обиделась. Вот нежные какие. Не все нежные. Не царское это дело, сказала она. Да. И ситуация, и, конечно, это как бы смех смехом, но вот те же самые туристы как приезжают, или вот я только что говорил с послами, что они говорят, вот очень хорошее, вот как бы качество было, все шло вверх-вверх-вверх, а сейчас вот как-то последние месяцы, вот это было в сезоне, я чувствую, что-то не так. И это вот напрямую связано с нехваткой рабочей силы, квалифицированной и вообще. И, ну, это такая, ну, как бы кризис большой в этом сегменте. У меня вопрос по поводу официантов все-таки, может быть, он не очень корректный, но мы знаем, что у нас разных национальностей приезжают люди, и, в общем-то, тоже, которые могли бы стараться, но представляете ли вы ситуацию, что в хорошем ресторане может быть, например, индус или другой какой-то национальности, которая отличается визуально и которая, ну, вы не всегда знаете, насколько... Тестируете меня на расизм? Ну, вы себе представляете эту ситуацию? Насколько у нас с предубеждениями вот эта отрасль? Нет, ну, есть, конечно, у нас мало в обществе темных людей, разные истории мы слышим, где нападают на людей в старом городе. Ну, это очень печально, конечно. У меня вообще нет проблем, чтобы при этой ситуации нехватки рабочей силы меня бы обслуживали на английском языке, если эта проблема по-другому не решается. Я говорил с коллегой, который совладелец пятизвездочной гостиницы. Он говорит, я больше не могу, у меня нет вариантов. У меня индусы работают на завтраке, обслуживают на английском, супер работают, отлично, все хорошо. И пусть только ко мне контролирующие институции придут, я буду на радио, на телевидении, на все, на медиа. Наверное, в гостинице это не актуально, понятно, что там в основном иностранцы. Это больше как бы, конечно, есть законодательные нормативные акты, которые предотвращают эту возможность такую. Но у меня вообще нет проблем. Я думаю, владелец ресторана может принять такое решение. Я буду принимать на работу, не говоря, что по-латышски. Это его риск, бизнес-риск, что придут националисты или расисты, им не понравится, и они больше не придут. Если мы говорим о Дубае, там вообще я не слышал, чтобы на арабском кого-то обслуживали, все происходит на английском. И конечно, это такое очень экстремное сравнение, но приезжают много не только из Азии, вот как мы упомянули Украину, приезжают студенты из Германии, Швейцарии, Латвии учатся. Вот у меня нет проблем, что они меня в ресторане там предлагают мне, что вас может обслужить официант немец, например. Мне даже было бы интересно, как посетителю, как он обслуживает, и другая школа, и... И, ну да, я так... Без давайте примем звонок. Надевайте наушники. Да. Угу. Руководитель ресторанов Латвии не студии. Доброе утро. Не будем о мелких моментах говорить. Вот как руководитель, я там не дошел. Скажите, вот почему каждая закусочная, забегаловка, Макдональдс называется ресторанами? Вы не можете принять какую-то градацию... квалификацию, там звезды присвоить, чтобы люди не заблуждались, не ходили в эти... Замечательный вопрос, я тоже хотел его задать. Ну, не знаю, назвали ли кебабные уже рестораном высшей мишленовской категории, не знаю, да? Я недалеко от этого, видимо, да. Но все-таки действительно, если с гостиницами у нас более-менее ясно, но вряд ли кто-то, так сказать, двухзвездочный хостель за пятизвездочный выдаст, да, так сказать, даже если попытается, вряд ли удастся. Что касается действительно ресторанов, потому что у нас... Ну, не знаю, как забегаловку, ну, даже такую, типа, как раньше называли столовую, тоже пытаются назвать рестораном. Угу. Вы знаете, я сам пытался.
Это моя идея. Тоже так, что я... Градацию сделали, мы делали, у нас был ресторан Светбанки, и мы называли DNS Restaurants Hotel. Да, ну... И идея была в том, что... Еще ресторан быстрого там обслуживания, да. Идея была в том, что это как бы столовое предложение, готовы ли повара с ресторанной квалификацией. Ну, это был наш концепт, я бы сказал, unique selling point, да. Что хорошие повара делали, ну, например, котлеты, но котлеты более интересные, ресторанные, да. И, вы знаете, я думаю, ну, в мире, как бы в Европе тоже обсуждалась эта идея делать квалификацию. Но, знаете, это опять такое бюрократическая вещь, если мы идем в сторону как бы уменьшения бюрократизации в нашей стране, тогда самой отрасли бы делать еще что-то дополнительное. По гостиницам это понятно, это просто людям, чтобы сориентироваться. Да. По ресторанам это тоже есть очень много ресурсов, где брать информацию перед посещением ресторана. О ресторане есть гид Мишелин, который вы можете найти лучшие рестораны. Ну, к сожалению, в Латвии еще не пришел, но я надеюсь, они, может быть, придут. Ну, вообще, в принципе, как вы считаете, на какие-то наши рестораны бы квалифицировались на вот эти вот мишленовские звезды? Несколько. Да? Вы знаете, интересно, я когда вот раньше, ну, лет 20 назад был молодым, энергичным, тогда, ну, лет 15 назад тоже, наверное, я звонил, я тогда руководил гостиницей «Хотелдром», была пятизвездочная гостиница, да. Если помните. И ресторан там был настоящий. Ресторан, вот тот Шварц с немецким шеф-поваром. И я, ну, вот так наивно звонил в офис Мишелина, сказал, вот приезжайте, у нас Отто Шварц, у нас Винсент, у нас Монтероссо, такие ведущие рестораны, приезжайте, оценивайте. И они так прямо сказали, вы знаете, ну, мы начинаем Америку, у них не было тогда Америки вообще, мы только идем в американский рынок, там много работы. И вы знаете, у вас тоже рынок по шинам такой маленький, но они честно сказали, что нам неинтересно. Вот основной бизнес Мишелина – это шины. Конечно. И они идут в рынки, где у них хороший как бы потенциал. Ну, так они всерьез, в шутку сказали это. Но 15 лет прошло, может, что-то изменилось. Может, еще кто-нибудь все молодой и с энтузиазмом. Есть хорошие рестораны, я думаю, несколько ресторанов. На мой взгляд, да. Может, пару на две звезды и на одну звезду побольше ресторан, которые бы квалифицировались. И, конечно, много было бы таких recommended by Michelin, которые интересный концепт, который, может быть, по этим стандартам не квалифицируется, но они что-то отмечают. Интересное да, в мировом значении и в местной культуре дают. У нас не так много времени остается. Да. Вот жалко, так интересно. Давайте, что касается вот местной кухни, мы, конечно, заранее извиняюсь перед тем, кто не позавтракал, им, наверное, особенно тяжело нас слушать, да? Да. Но вот что касается местных блюд, вот по вашим наблюдениям, вот наши ведущие рестораны, предлагают ли их? Потому что иногда вот даже смотришь таким вот взглядом, да, вот на меню, но есть разная кухня, но зачастую вот иностранцу вот что-то местное попробовать, ну, крайне сложно, да, можно ли считать, не знаю, там, какую-то особую солянку латвийским блюдом, вот здесь, наверное, можно подискутировать, но вот все-таки ваше наблюдение, стараются ли вот рестораны, рассчитывая в том числе на иностранцев, предложить что-то вот нашу местную кухню? Знаете, здесь надо разделить, наверное, это традиционные блюда и блюда вот этих стилей жизни ресторанов, которые fine dining больше. Да. И то, что вот был манифест «Модерна Латвия с Виртуве», тоже вот лет 20 назад такое создалось ведущими шеф-поварами на то время. И определилось, что вот «Модерна Латвия с Виртуве» – это свежие сезональные продукты, которые типичны в Латвии, которые приготовлены в манере, самой модной манере приготовления продуктов на тот момент. И то, что интересно, вот молодые повара тоже, и не такие молодые, очень хорошо работают
с местными производителями, они работают с местными, вот, например, не знаю, заметили или нет, ну, какой-то год-два года назад был бум свеклы. Вот каждый себя ценящий ресторан подавал на закуску карпаччо из свеклы с латвийским козьим сыром. Да. Удалось попробовать? Да. Замечательное блюдо. Вот это можно считать латвийской кухней на этот момент. Конечно, вот это большое тоже влияние, то, что было у нас с Россией, со Швецией, с Германией, которые, с Польшей, которые нас захватывали какие-то моменты истории. Конечно, и стало, осталось это влияние и на кухню, и на несколько вот наших традиционных блюд, которые мы думаем, вот это наше национальное блюдо, это может быть немецкое национальное блюдо. Ну и мы его своим считаем. Да, и мы его своим. И так что, ну, я думаю, что это не минус, а это плюс, что интересно это все влияние, как это исторически происходило, но тоже вот, если вы заметили, была неделя ресторанов Риги, все больше этих недель, мне кажется, в этой неделе Цесис, неделя ресторанов Цесис. Ну, Цесис вообще недель, какой-то бум невероятный случился. В Кулдиге есть, в Юрмале, ну, вот это... Разрастается. Да, вырастает. И это очень интересное время, когда за хорошую цену людям, которые, может быть, повседневно не посещают рестораны, есть возможность пойти посмотреть, что вообще там происходит и чем они дышат. И вот в Рижской ресторанной неделе в этот год был, этот осенний сезон был посвящен «Back to the roots», они называли, «Обратно к корням», все, что растет, все корни, которые, да, растут в земле, как креативность каждого шеф-повара позволяет это представлять нашим гостям. Ну, еще одна тенденция, мне кажется, это лето тоже был какой-то невероятный бум, это уличные рынки, вот эти фуд-маркеты, и причем такие не фуд-маркеты, неплохие, там и цена, в общем-то, неплохая, тот же там сыр мейс, который стоит и в конце мы там собственноручно, ну, то есть очень хорошие рестораны были поставлены. Да, я думаю, что это тоже один из моментов завлечения людей в рестораны, им понравится вот такое уличное. И тоже то, что показать, что вот уличное не должно быть всегда там низкого качества, что это можно приготовить хорошо, интересно, качественно. И то, что вот, мне кажется, важно, что вот, например, в школах, в детских садах, ну, очень маленький бюджет на одного ребенка, то, что государство дает €42, если мы снимаем НДС, который у нас до сих пор 21%, получается €14. За €14 вы должны приготовить мясо или рыбу. Вообще всю полезную кухню, И должны салат, напиток, суп или десерт. Ну, и заплатить работникам, заплатить коммунальное, электричество, воду, все. Ну, на чем-то надо готовить, аренду помещений. Ну, вот посчитайте, за €14, что вы, даже если сами готовите. Да, большие школы выходят иногда из положения, можно за плату. Вот есть дети, у которых есть карманные деньги, если им не нравится вот эта вот, условно говоря, бесплатная еда, они могут купить. Я понимаю, что это в массовом порядке не происходит, но... Вы знаете, я у нас был такой проект, я был совладельцем проекта в школе, и мы каждому ребенку доплачивали, ну, примерно 50 центов, потому что мы не хотели давать то, что за эти деньги такое качество, что за эти деньги получается, и вот как бы думали про карму, и что это нам вернется в другом виде. Пока с другой еще стороны. Не, все нормально, все возвращается, нормально? Да, я верю. То есть вы благотворительно занимаетесь, да? Да, да. Что, и, ну, идея в том, что я начал рассказывать, мы начали про эти уличные рынки, и сыр мейс, и другие отличные повара, которые работают, что вот этот самый, может быть, недорогой продукт, который вот тыква у вас красивая на столе стоит, или свекла, или другие, что не надо всегда свеклу делать с майонезом, с чесноком. Можно свеклу печь в печи.
мы тоже делали блюда, когда открывали, да. Мы сделали свекла, путь капуст. Цветная капуста. Цветная капуста и брокколи. Такой микс. В больших кусках мы в эту... Духовку. Духовку. И супер получилось. Мы подумали, ну, наверное, там будет учителя, наверное, только будут кушать, дети не будут. Это первое, что съели, и съели дети. И это такое... Даже брокколи. Да, и учителя больше там рассольчик там. Так что можно вот тоже, ну, небольшом себестоимости можно делать хорошие вещи, если креативно, если хотеть это делать, и интересоваться, и тоже вот... Мы и детям вкус прививается тоже какой-то к еде, не майонезный салат, ну, конечно, есть другое. Дети, которые... Вот свеклу никогда в жизни. Мы делали тоже тесты, по классам ходили, и другой говорит, о, свекла, супер! Конечно, это очень зависит от того, что кушают в семье. Если в семье только мало времени у родителей, они много работают, зарабатывают, и только пельмени и сосиски, конечно, будет трудно ребенка убедить, на свеклу, что свекла, да. Ему нужна свекла сегодня. Ну, да. Так что вот я думаю, что мы можем попросить радиослушателей задуматься о том, что они готовят в семье и как это отражается на их детей, и кушать полезно, выбирать продукты из Латвии и ходить в рестораны. Латвийский, и жить счастливо и долго. Вот и окончательная нота у нас такая позитивная. Спасибо, руководитель общества ресторанов Латвии Янис Янис был у нас в студии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.